Это операции костно-пластические. Целью этих операций является изменение контуров лица за счет либо увеличения, либо уменьшения объемов. И в одном случае мы получаем более миниатюрное лицо. Это то, чем сильно болеют люди в Юго-Восточной Азии, когда они хотят уменьшить, сузить, сделать более грациозным. И то, чем болеют люди в западных странах, то, что навязывает нам Голливуд, это операции по увеличению этих самых контуров, увеличению углов челюсти, подбородка, скул и так далее. В одном случае смысл операции заключается в удалении излишков кости, в другом случае это операции направлены на увеличение проекции. Это либо имплантация, либо перемещение своих собственных тканей в более выдвинутое положение. При этом контуры подчеркиваются, и лицо становится более таким жесткие черты лица.